Так, здравствуйте. Сегодня у нас 2 мая 2021 год. Мы с вами находимся в Сочи, в 50 километрах от центра в сторону Москвы. Это поселок Чемитакваджи, Лазаревский район. И в этом ролике мы с вами будем замерять температуру моря в Сочи 2 мая. Сейчас у нас непосредственно здесь и сейчас температура моря, температура воздуха 24 градуса. Время сейчас 10:30 утра. Как мы это делаем? У нас есть специальный градусник, который для бассейнов. Мы его закидываем и ждем где-то около 3-5 минут, чтобы он точно показал нам, какая температура моря 2 мая. Итак, видео ведется на панорамную камеру 360 градусов. Можете смотреть во все стороны, вверх, вниз, влево, вправо. На мобильном устройстве можете управлять при помощи гироскопа. Если у вас такая функция не поддерживается, то просто вводите по экрану пальчиком, и видео прокручивается во все стороны. Если вы смотрите на компьютере, то зажимая левую кнопку мыши, вращаете, и видео прокручивается во все стороны. Что еще хочу сказать? Если у вас не четкое изображение, то если вы смотрите на мобильном устройстве, то в настройках YouTube устанавливаете максимальное качество, и видео будет максимально четко. Если смотрите на компьютере, то устанавливаете разрешение 4К, и видео будет максимально четко, которое YouTube поддерживает для панорамных камер. Итак, сейчас мы начинаем отсчет с 1 минуты. Вода, 1 минута уже, как идет ролик, 1 минута 40 секунд. Итак, вода прохладнее, чем в том ролике, где я замерял температуру 5 мая 2020 года. Был ролик 5 мая. Температура в этот день была 18 градусов. Сейчас реально температура воды прохладней. На много градусов, тире, меньше на... Ориентировочно мое предположение, что температура воды будет около скольки? Около 12 градусов тепла. Очень бы хотелось, чтобы его немножко прибило сюда. Если градусник не прибьет сюда, то придется за ним плыть. Что не очень бы хотелось, потому что сейчас немножко возле, если вы посмотрите вниз, сейчас я немножко поднесу, есть немного медуз. Смотрите вниз, медузы плавают. Прямо возле берега, чуть поглубже их не так видно. Но вода довольно-таки прозрачная. Вы сами можете посмотреть, сколько реально людей на пляже в Чемитакваджи. Вот вы сами видите, видео ведется на панорамную камеру. Можете сами посмотреть. Сегодня у нас 2 мая. 2 мая, 10:30 утра. Ветерок на самом деле дует из Сочи. Видно, что немножко волна идет из Сочи в сторону Лазаревской. Хотя я градусник закинул там, где оставлял вещи, а градусник, само течение сносит градусник в сторону ближе к Сочи. Ну, тем более, будет получше температура ближе к Сочи. Итак, сейчас мы заодно запустим небольшой мини-дрон. Ролик выйдет в YouTube в формате 360, а на канале Яндекс.Дзен ролик выйдет в плоском формате. Но будет небольшой бонус, будет видео в формате с квадрокоптера, тоже будет небольшое видео. Сейчас и также, а в YouTube будет зато бонус, я его подниму на высоту, ну разрешенную высоту, где-то 100 метров его подниму и сделаю панорамную фотографию. В конце ролика вы увидите панорамную фотографию Чемитакваджи, дом с синей крышей. Вы сразу узнаете гостевой дом Гавана в поселке Чемитакваджи. Итак, уже 4 минуты градусник плавает в море, ровно 3 минуты. И сейчас я поставлю дрон. Градусник к берегу еще не приплывает. Подниму сверху и засниму, как я первый раз купаюсь в 2021 году. Заодно мы узнаем температуру моря в Сочи 2 мая. Сейчас будет немножко ускоренное видео.
температура моря сейчас была 15 градусов. Но давайте до точной проверки еще оставим его на одну минуту. Вот он плавает. На одну минуту мы оставим и узнаем, какая реально у нас температура моря. Еще раз перепроверим. Если через минуту градусник не опустится ниже 15 градусов тепла, значит, в поселке Чимитакваджи температура в Сочи в море 15 градусов 2 мая. Контрольная проверка еще на одну минуту. Сейчас вы видите, проезжает электричка «Ласточка». Из Чимитакваджи вы можете проехать в Сочи. Можете приехать в Олимпийский парк. С пересадкой в Сочи вы можете приехать на курорт Роза Хутор. Если хотите приехать на курорт Роза Хутор без пересадки, тогда нужно садиться в Лазаревскую. В сторону Сочи ходит около 10 электричек. Билет до Сочи на электричке «Ласточке» из Чимитакваджи 160 рублей. Билет до чего еще? До Лазаревской 40 рублей, до Сочи 160 рублей. До Лазаревской ехать 15 минут, до Сочи ехать какие-то идут 55 минут, какие-то электрички идут час 10. Квадрокоптер наверху жужжит. И последний перемер температуры. Вот, показываю вам реальную температуру моря, 15 градусов. Температура моря ниже не опустилась. И сейчас я сниму панорамную фотографию сверху, с высоты около 100 метров, чтобы вы видели реальный поселок Чимитакваджи. Гостевой дом с синей крышей, это гостевой дом Гавана в поселке Чимитакваджи. Будет виден пляж, будет видно море, будет видно все. Сейчас у нас идет небольшой туман. Чик. Лазаревскую не видно, потому что море прохладное, а сверху температура моря, температура воздуха довольно-таки высокая. Поэтому у нас неделю, две недели будут туманы. Видно только причал ВВС. Для YouTube сейчас будет небольшой бонус. Подписываемся на канал, ставим комментарии, чтобы это видео немножко поднялось в рейтинге. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео и напишите любой комментарий, чтобы поддержать мой канал. До новых встреч! До новых встреч, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, это, конечно, здорово. 1 мая у нас был праздник Мир Труд Май. Поздравляем всех с Мир Труд Май. А отдельно поздравляем Волгоград. Волгоград за чистое небо. Дмитрия поздравляем, Мир Труд Май. И, конечно, нашу любимую всеми подписчицу Елену Гурянову поздравляем. С верным воскресеньем поздравляю, с верным воскресеньем, которое уже прошло. И с Пасхой, Христос воскрес. Елена Гурянова, привет из Чимитакваджи. А теперь смотрим бонус.